Мы находимся на железнодорожном вокзале города Малага. Это уже зона перронов. Вот это вот беленький стоит наш поезд. Мы собрались ехать в Севилью. На улице в Малаге дождь, в Севилье дождь. И дождь будет до самого нашего отъезда. Ну, мы думали, сдавать билеты или все-таки поехать, и решили поехать. Ну, неизвестно, когда мы еще попадем в этот регион, а Севилья славится, считается одним из красивейших городов Испании, поэтому мы решили, несмотря на дождь, но все-таки ехать. Одели себе дождевики и едем. Скажите, что это типичная испанская погода. Ну вот скажите. Все это было отмечено для посещения. Ну, что вам сказать?
хочется посмотреть Севилью.